Каспийчане масштабно отметили праздник «День Победы». Помимо тематических площадок, полевой кухни и других мероприятий, на главной площади города после парада состоялся праздничный концерт военного оркестра 102-й отдельной бригады Росгвардии. Всем ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые каспийчане. Мы безумно рады вас всех видеть. Мы начинаем наш праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине со дня нашей великой победы, победы в Великой Отечественной войне. В этот день в исполнении военных музыкантов и артистов Дагестанской государственной филармонии прозвучали лучшие произведения отечественных композиторов – песни Великой Победы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре подушим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Помимо этого, на сцене выступили солистки Дагус филармонии Диана Октавиан, Ксения Джисоева, а также воспитанники детской школы эстрадной песни города Каспийска. Также на площади была развернута выставка проекта «Жены героев», автором работ которых является фотограф города Каспийска Алена Нурмагомедова.